Привет всем! Сегодня будет долгожданное видео, ребят. Все меня просили сделать топчик, подборочку из ароматов с максимальной стойкостью. Стойкие ароматы, монстры стойкости. Сегодня я вам дам 10 ароматов, именно отвечающие этим критериям. Я могу вам дать и 20, и 25, но все-таки это уже будет так громадное видео. Я решил все-таки выбрать 10. Поэтому сегодня топ 10 стойких нишевых мужских ароматов. Поехали! Опять-таки, не первое, не последнее место. Вся десятка, все 10 штук достойны внимания. Они, естественно, по-разному стоят. Разная цена у них. Но эти ароматы действительно очень стойкие, шлифят очень сильно. И начинаю я со всеми любимой марки Мансара и ее аромата Red Tobacco, красный табак. Друзья, это очень стойкий аромат. У него стойкость день больше, он будет перескакивать на одежду, поэтому я бы рекомендовал его дозировать. Вот такие стандартные флаконы у Мансара. Вот этот, кстати, пульверизатор, он полностью откручивается. У меня на предыдущем флаконе он как-то открутился, и я разлил на руку. О, ребят, как я долго потом его выводил. То есть вот эта штука откручивается. Не буду сейчас откручивать, потому что еще на руку пролью. В общем, о чем этот аромат? Ух, это как вишневый сироп. Такая, немного я бы сказал, ну не то что химозноватая, но тут вот эта насыщенность, она за счет химозности небольшой достигнута. Вишневый сироп, а в перемешку с табаком. На первом плане вишня, и уже потом идет табак после нее. Вот. За счет этого аромат, мне кажется, мужественный, то есть маскулинный. Для мужчин идеально. Аромат на выход. У него концентрация Eau de Parfum, 120 мл флаконы вот такие есть, щедрые, я бы сказал. Аромат на выход, друзья, потому что очень мощно. Даже полшика будет мощно, реально. Мне нравится такая вот вишня-вишня прямо, знаете, сочная, вот, липкая вот вишня. Варенье какое-то вишневое, знаете, с табаком. Вот так вот пахнет он. Это долго, это мощно. Это, кстати, собирает комплименты. На работу нет. На выход куда-нибудь, на свидание, да. А вот возраст, любым возрастам этот аромат будет хорош. Под одежду тоже, друзья, все что угодно вы наденете с этим ароматом. Мансара Red Tobacco. Стойкость просто пушечная. А мы идем дальше, друзья. Дальше. Вот такой вот красивый флакон. Вот такая вот крышка. Вот сразу по флакону можно определить, что парфюмер и вот дизайнер всего этого девушка. Это Match de Becali и аромат Fusion Sacré Obscur. Надеюсь, правильно прочитал, без акцента, вы уж меня простите. Друзья, аромат, ну посмотрите, ну очень красивый. И это просто монстр стойкости. Вау. Он, конечно, завораживающий. Знаете, я когда его первый раз слушал, вот я сразу в него влюбился. Этот аромат, он про какую-то ириску, такую тягучую, липкую ириску, сладкую. А в перемешку с какими-то как конфетами. С ванилью, бобами тонка. Где-то отдаленно в раскрытии будет чувствоваться сандал. Но он здесь как фиксатор, я так предполагаю, использовался. Но в целом это вот такое что-то конфетное, ирисковое, вот сладкое и очень мощное. Очень такое красивое, богатое у него звучание. Сколько вот моих подписчиков, моих клиентов, попробовав этот аромат, писала мне хвалебных отзывов. Друзья, вы их можете прочесть в моем инстаграме. Вот переходите по ссылке в описании. Подписывайтесь. Там вы видите
А как аудитория, как вот клиенты мои реагируют на тот или иной аромат, это самое, я считаю, главное. То есть не то, что я даже скажу, а вот как люди потом оценят эти ароматы, да? То есть обязательно подпишитесь, там очень полезная информация. Вот. Всем он зашел. Шлейф нереальный. Он обволакивающий, как кокон вокруг вас, шлейфит он потрясающий. Вот, тоже я считаю, конечно, такая штука, ну, на выход, друзья, ну, на работе вы там всех убьете просто там, ну, реально. Ну, разве что, если вы там микродозу какую-то нанесете, не дай бог на одежду это будет с вами до стирки. Сколько будете, месяц не будете стирать вашу вещь, месяц она будет пахнуть. Аромат будет перескакивать, вот. Тоже, на какие возраста, на любые. Он такой за счет этой сладости, знаете, он даже как унисекс, его и девушка, в принципе, может надеть. Но что-то здесь вот есть мужское для меня, именно в этом аромате, вот он мне понравился за это. Что-то, конечно, в нем есть мужское, поэтому и это зашло. То есть уже проверено комплиментами, проверено именно мужскими пользователями, скажем, пользователями-мужчинами. Вот, поэтому, друзья, рекомендую, петь ему оды я могу очень долго, но у нас все-таки регламент по времени видео, поэтому обязательно попробуйте Match de Becali Fusion Obscure Secret, это очень красиво, точнее Fusion Secret Obscure, пардон. Идем дальше. Дальше, друзья, Кинский от Molecules, от Centric Molecules, аромат, конечно, невероятной стойкости и невероятной маскулинности, мужественности. Здесь это просто... у меня же такой разношенный флакон. Прям с флакона вот мужичищем таким прямо пахнет он. А аромат был создан в честь актера немецкого Клауса Кински. Поговаривают, что он любил покурить, имею в виду сигареты, и не только сигареты, знал, что такое марихуана не понаслышке, и здесь это все есть. Где зашел, вот это все тут передал в этом аромате, здесь есть и ветивер, и маслянистая марихуана, и очень много мужицкой такой животины, и каких-то трав, и каких-то деревяшек, и ну все, здесь очень богатая пирамида. Аромат вот осень-зима. Как и вот эти два товарища, кстати, тоже. Это осень и зима. Летом это убьет всех. Уже я пробовал тоже. Осень-зима. Потому что летом этот аромат за счет ветивера, вот этой кислой составляющей, которую дает нам ветивер, я так подозреваю, вот эта жирность марихуаны в созвучии, да? То есть летом это будет кислить и удушать. Сейчас зима, и вот осенью тоже классно. Вот в нем было очень. Вот. Мужественно. Девчатам нравится шлейф таких ароматах, таких ароматов на мужчинах, на парнях, поэтому обратите внимание. Вот сейчас все топится в русло унисекса, но такие ароматы, друзья, за счет того, что сейчас все утонуло в этом унисексе, вот это выигрывает реально. Поэтому обратите внимание, то есть это можно и на работу надевать, в принципе, если дозировать микродозами, почему нет. Можно на встречу, можно на выход, куда угодно. Но мне кажется, все-таки аромат не для молодых парней, а уже так, ну, 25 плюс хотя бы. Ну, я имею в виду там не 18-16 лет, а вот хотя бы 25 плюс. В принципе, вот это будет классно. Не под спортивки, а так под все остальное тоже можно. Вот, очень стойкий, друзья. Стойкость у него целый день. Шлифит он тоже очень сильно. Кинский от Eccentric Molecules. Шикарная стойкость. И мужественность. Дальше тоже такой брутал, друзья, такой интересный аромат, конечно, он очень крутой. Это аромат интерлюд от Amouage, вот именно классический. Это просто мужичище, друзья, какой красивый у него флакон, вот темно-синий с золотом сочетанием, с этим камнем, просто потрясающий, очень красивый. Друзья, о чем этот аромат? Вау, как он сразу вот с флакона прямо... соблазняет, вот нанести. Нанеси меня и купи меня, сразу говорит. Аромат, конечно, очень сложный. Это аромат для мужчин, не для парней. 30 плюс, как по мне, реально. То есть, я бы не рекомендовал, наверное, на работу. Он очень мощный. Стойкость очень долго, друзья. То есть, это больше дня, реально. На следующий день вот эти все ароматы... они будут пахнуть еще. Если вы даже несколько раз смоете их с кожи, все равно останется такое пикантное послевкусие. В общем, это очень долго.
Я думаю, из видео уже понятно, что тут все ароматы, это очень долго. Тут нет такого, что один превысит другого. Это все... Ну, Марк де Бекали, кстати, это просто ужас какой-то. Я имею в виду по стойке, это вообще просто. Вот. Что интерлюд? Это очень мужественно, это красиво, это очень сложно. Этот аромат на тему уда и разных дымов, каких-то полений тлеющих. Но здесь это так все обыграно интересно, а по поноксам это так обыграно какими-то вот смолами, тлеющими бревнами, что ли. Как деготь какой-то здесь чувствуется. Вот некоторые сравнивают его, как описывают, как так пахнут рельсы, шпалы. Вот эти, знаете, вот рельсы идут, и вот такие бревна лежат просмоленные на рельсах. Я вот когда-то в детстве нюхал, и реально пахнет так вот в начале, когда еще он только раскрывается. Все-таки это ниша, это сложно. И сразу будет именно так. Через полчаса, когда букет начнет раскрываться, конечно, будет уже приятно, будет интересно. Нишевые ароматы, но то они нишевые. Они не сразу вам, как коммерческие какие-то, выдают вот всю красоту себя. Нет, здесь нужно подождать, на то это и ниша. Вот. Так вот, будут тут и бревна, и рельсы, подтверждаю, слышу это. Потом очень красиво все будет уходить в уд. Уд здесь тоже необычный, он очень грамотно обыгран. А папанакс, вот эти бревна тлеющие, какие-то зеленые мшистые, даже не мшистые, а вот отголоски леса, но такого, знаете, осеннего леса. Вот. Мне даже вот захотелось сделать фотографию в осенней какой-то такой локации, когда я вот его послушал, надушился этим ароматом. То есть вот что-то такого плана. Это очень мощно. Не, ну и зеленые какие-то оттенки древесные здесь тоже присущи. В общем, аромат потрясающий. Аромат невероятной стойкости, аромат, конечно, на выход, аромат не на работу, а так в целом очень классный. Интерлюд от Amouage. Мы идем дальше, друзья, дальше переходим к Тициано Теренци, аромат Лаудано Неро. Это очень красивый аромат, друзья. Это, кстати, по деньгам довольно, я бы сказал, недорого. Вот, ну не дешево, но недорого, такой среднячок. Но это очень красивый аромат. Друзья, вот со старту амбра, табак, ладан, мед, смолы, деревяхи тлеющие, знаете, такие вот как обугленные уже деревяшки, какие-то специи, очень богатая пирамида вот этого направления удового, здесь очень все красиво и богато и очень носибельно сделано. То есть это на любые возраста, кто любит направление. Аромат, в принципе, можно и на работу микродозу нанести, потому что очень стойкий. Здесь тоже день стойкость. Ну, в общем, не буду это все перечислять. Стойкость просто, ну, день, сутки, я не знаю. Вот. Очень красивый шлейф, очень красивый в полном раскрытии. Паоло Теренци постарался здесь на славу в этом аромате. Это очень удачная его работа, я считаю. Вот. Мужской, красивый. Табачный, ладан здесь так немножечко очень красиво как спрятан, обыгран. В общем, аромат шикарный. По-моему, даже кофе здесь немного, что-то такое кофейное есть. В общем, богатый аромат и очень красивый шлейф, и очень комплиментарный, друзья. Попробуйте, на любой возраст можно, под любую одежду, кроме спортивок, он зайдет. И я думаю, комплименты будут у вас с ним 100%. Lowdown Nero, Тициано Теренци. Так, будем подвигать нашу. Уже пятерка первая есть. А мы идем, друзья, дальше. Дальше интереснее еще будет. Какой же топ стойких ароматов? Безотат Либор де Оранж и аромат Риен. Фух, этот аромат, наверное, самый классный, самый интересный для меня аромат про ладан. Здесь он непростой. Не такой, как в моем основном любимчике, это Avignon от Comme des Garçons. Здесь очень интересный именно замес. Там просто ладан, здесь именно замес. Начнем со стойкости. Стойкость у этого аромата, вы уже знаете какая, сутки. Вот, это очень стойкий аромат, очень громкий, очень шлейфовый. Он пахнет.
ладана в первую очередь. Ладан с какими-то специями немножко, деревяшками. База, в базе есть сантал, вот, ну, какая-то древесина здесь 100%. Немножко сладкий. Есть такие ноты, которые я вообще не могу распознать. Как вот, например, в жирном электрике какая-то вот как скотч вот этот, который на солнце, на раскаленном, немножко подплавился. Здесь это тоже немножко чувствуется. Вот есть такие ноты, знаете, которые даже описать невозможно. То есть там где-то на каких-то сайтах, на фраге, да, там могут быть какие-то догадки, там, ну, кто-то вот кому-то то, так, в общем, на общий, скажем так, усреднили вот мнение разных людей и написали там какие-то нотки. Но здесь очень сложно. Ладан, да, безусловно. Какие-то специи 100% поддерживаю. Какой-то раскаленный скотч есть. А дальше вот какая-то магия. Я не понимаю, что там за ноты. Вот когда он через час раскроется на коже полностью, это невероятный аромат. Он очень красивый, он очень необычный. Это вот такой вау, знаете, это вот это вау-эффект. Я бы так сказал. Вау-эффект долго, на работу нет однозначно. А так вот вечеринки, дополнить образ. На свиданочку можно тоже. Почему нет? Интересно будете пахнуть. Аромат с вау-эффектом. И очень-очень стойкий, который я, конечно, вам рекомендую. Вот флакон, все о нем говорит. Черный, черный ладан, смолы, специи. Твой асфальт какой-то представляется черный. Очень красивый. Риен. Этат Либер де Оранж, Элдо. Так, дальше. Орто Паризи. И мой любимчик на холод. Это аромат Террони. Ух, друзья, как-то камера не передает. Хотя вот камера отлично передает. Вот лампа у меня отсюда светит. Вот такая, в принципе, у него цветом жидкость, если хорошо на нее посветить. А вообще, если так потемнеет, она будет более такая красно-бордовая. Друзья, аромат просто шикарный, шикарный аромат. Дорого звучит, богато, для мужчины это просто топчик. Ну и для парня тоже, почему нет. Вот, встречал я шлейф от этого аромата в городе у себя. И всегда вот голова прям поворачивалась. Хотя имею аромат, ношу. И всегда, когда слышал этот шлейф, у меня вау просто. То есть, как правило, я слышал шлейф этого аромата на, ну, таких же статусных, состоявшихся мужчинах. За 40+, скажем так. В какой-то кожаной куртке, дорогой деним, кожаная черная обувь, вот такого плана, то есть были типажи. Вот, что это за аромат? Это очень красивый аромат про сигаретный табак, тлеющую сигарету в руке. И вы одновременно, вот сигарета у вас тут зажата, вы курите сигарету или там самокрутку с табака какого-то такого дорогого сигаретного, да, курите, и тут у вас лежит гранат почищенный. Вот так этот гранат берете вместе с сигаретой между пальцев, вот так вот, и прям вот так вот раздавливаете эти гранатные зерна, и это все вот в перемешку с вот этим огарком на руках смешивается сок граната и стекает. Вот так пахнет этот аромат, реально. Очень красивый. Гранат и сигаретный табак тлеющий. Потрясающий. То есть стойкость просто у него будет запредельная. Это очень долго, он перескочит сразу, если вы там на свитер нанесете. Потом на следующий день наденете какой-то другой аромат с этим свитером. Все, он перебьет сразу. То есть это очень долго. Микропшик я делаю. У меня с руки пахнет целый день. И еще я мою потом руки с мылом. Еще и до вечера пахнет. Такой приятный флер остается на руке, на коже. Реально. Вот, Террони, друзья. То есть, в принципе, ему все возрасты покорны. Ну, там от 20 я бы, ну, так вот, порекомендовал бы его пробовать начинать. 20+, не под спортивки, ну, деним, как кожаные куртки, что-то такое. Да, в принципе, можно много чего. И пальто, и рванину какую-то можно закомбинировать легко под этот аромат. Он такой самобытный, брутальный именно самец. Знаете, такой мужчина. Именно мужчина. Прокуренный мужчина. Кожа. Ну, вот, прокуренная кожаная куртка, дополнить этим ароматом. Вот если курящий мужчина, не курящий, тоже будет классно. То есть тут все очень универсально на самом деле. Хотя может показаться, да, вроде как бы такой сильно мужской. Нет.
Здесь просто именно брутальность передана вот этим табаком. А так, пацаны, мужчины, парни, комбинируйте. Это очень крутая штука с очень хорошей стойкостью. Дорого, богато пахнет. Будут комплименты, будут оборачивающиеся взгляды от 100%. Тирония от Орто Паризи. Дальше, друзья. Дальше аромат, который я очень люблю. Это аромат от Стефан Амберт Лука. Аромат Солей де Джеда, Солнце Джеды. Это аромат, посмотри, какой флакон шикарный. Я просто вот, я беру его в руку, я засматриваю сразу, вот презентация, флакон магический, такой теплый, солнечный. Очень красиво, очень красиво. О чем этот аромат, друзья? Вот так, крышка у него такая тяжелая. Какой он классный. Я не удержусь. Это аромат про ромашку, кожу и что-то такое, знаете, как цедру лимона. Вот. Про ромашку и кожу в основном аромат. Но все это еще цедра лимона на старте. Это все так приятно. Вот старт у него такая, знаете, мыльная свежесть. Вот как дорогое мыло какое-то развели в водичке. Вот оно пенится туда. Мы натираем цедру лимона, лепестки ромашки набрасываем. И потом это все выливаем на, скажем, кожаную куртку. Вот так пахнет этот аромат. Он очень интересный. Чистота. Чистота это солирует с ромашкой, с цедрой лимона. Легенькая цедра лимона. Не сильно она мужицкая. Она смягчается вот этой чистотой. И очень красивая кожа. Здесь она неповторимая, реально. То есть, как мне представляется этот аромат? Ну, я его носил, по крайней мере, вот осенью, весной. Это кожаная куртка нараспашку, футболка и какой-нибудь деним, джинсы однотонные, белые кеды, допустим. Шикарно, шикарно, в шлейфе, шикарная стойкость. Стойкость у него просто нереальная. Он двухфазный такой аромат. Это... Значит, там первые часа 4 сильно слышим, потом он становится интимный, не сильно шлифит, но он очень долго интимно с вами дальше. То есть это круто. Потому что когда, конечно, аромат как Мансара Ред Табака с вами 24 часа, вы в конце дня его чувствуете, как будто только нанесли, но тоже многим может и поддушивать, и голова может подбаливать. Вот здесь такого не будет. Это очень интересная работа, друзья. Очень красивый аромат. То есть его время года весна-осень. И зимой, кстати, как оказалось, очень красиво. Зимой очень красиво. Он такой, знаете, как согревает немножко и обволакивает зимой. Он зимой, во-первых, раскрывается немножко по-другому. Он как более собранный такой, более плотное звучание у него. То есть и будет греть вас ромашка. Все-таки солнце джиды называется. То есть... согревающий, ромашка, кожа неповторимая, вот цедра. Это очень красиво, очень комплиментарно. Рекомендую всем, друзья. Стефан Амберт Лука, Солнце Джиды. Попробуйте его. Так, осталось два аромата, друзья, на закусочку. Самые такие интересные вам оставляю. Хочется сказать про него еще раз, уже вам его показывал. Это «Ветер марокканской пустыни» от Энди Тауэр. Друзья, Eau de Toilette концентрация, но это как Eau de Parfum, реально, по стойкости. На это можете не смотреть. Ниша нишевая, то есть человек делает все сам, Энди Тауэр я имею в виду. Упаковка там запредельная, вообще вам показывал, какой подход у человека, очень красиво. Аромат потрясающий. Здесь немножко история другая. Здесь это не громко, здесь это даже больше интимно, нежели там как-то очень сильно шлифит, бьет в нос, нет. Здесь это интимно, но аромат очень интересный, он подкупает, он не похож ни на что, реально, он так пахнет круто. Это больше, ну это мужская история 100%, как на мой нос. Вот это, кстати, можно
надеть и на работу. За счет своей интимности это будет универсально везде. Это можно надеть под любой гардероб, я считаю. Я, по крайней мере, так делал много раз. Он вписывается отлично. Он пахнет, как посреди пустыни находится рынок, где торгуют множеством разных специй, трав. Вот так вот как-то все смешивается вот на фоне сухого воздуха пустынного. Да, вот так вот пахнет этот аромат. Немножко здесь бальзамики какой-то алкогольной где-то вдали. У него шикарное звучание. У него шикарное звучание. У него вот классный такой средний, не сильный, средний шлейф. И это пахнет, конечно, баснословно. Он очень красивый, друзья. Куда в нем пойти, куда угодно в нем можно пойти, повторюсь, он будет уместен везде. Ветер марокканской пустыни от Andy Tower, друзья. Обязательно стойкость, просто улетная у него. Ну и последний аромат на закусочку, так сказать. Друзья, это, конечно, просто потрясающий вот удовый аромат. Кто любит уд, должен его попробовать. Это королевский уд, Wood of Greatness от Initio. Вот такой вот красивый флакон у него. Мистический такой, да, загадочный. Вот он примерно так и пахнет, как выполнен дизайн этого шикарного флакона. Это очень носибельный, очень сексуальный все ароматы Initio, а не с сексуальным подтекстом. Это уже понятно. Сексуальный, очень носибельный уд. Не такой, как все. Это неповторимый, ни на что не похожий. Сладкий, сладковатый. Не сладкий, не приторный, именно сладковатый уд. Аромат очень стойкий. День он будет с вами, но душить он вас не будет. Он реально очень носибельный. В этом плане его плюс. Вы можете надеть этот аромат реально куда угодно. Если вам нравится обращать на себя внимание, пожалуйста, наденьте его и на работу. Почему нет? Микродозу сделайте, на пульверизатор нажмите немного. Вот вам микродоза, одного раза будет достаточно. Все. То же самое можете и на одежду нанести. Он очень красив. Он впишется и в рабочую обстановку. Вас просто все будут задалбывать, чем ты так вкусно пахнешь. Вот это только будет минус. Если вас это не отвлекает от работы, пожалуйста, используйте. Свидание — это прямо то, что для этого аромата прямо доктор прописал. Наденьте этот аромат на свидание, и ваша подруга, она будет таять, она будет внюхиваться к вам в шею, вы будете сидеть вместе, обниматься в кино, допустим, где-то в ресторанчике сидеть, она вот так на плечо вам голову положит, уткнется вам в шею, а потом еще будет ревностно выпрашивать название аромата, чтобы себе такой заиметь. Вот я вот вам отвечаю, вот так вот и будет. Вот. Прогулки, свидания, это вот для этого этот аромат создавался. Он очень интересно пахнет. Это такой уд с ноткой медицинщины. Он как типа Бакара Руш, вот 540. Ну, чуть-чуть, это не клон, это чуть-чуть похоже вот этой медицинщиной. Потому что здесь есть, кроме уда, кроме мускатного ореха, пачули в базе с мускусом, как фиксаторов, скорее всего. Здесь есть шафран. И вот шафран и дает вот эту медицинщину, так плюс-минус. Но здесь это очень красиво. Сам основной аккорд здесь уд, он очень интересный, он ни на что не похожий, и это очень круто. Ну и, конечно, очень дорого, друзья. Но это того стоит, цена здесь полностью оправдана. Уд невероятной красоты, с небольшой медицинщиной за шафрана. Ну уж так он пахнет. Wood of Greatness и Initio, друзья, обязательно пробуйте. Друзья, вот такой вот был топчик стойких ароматов у меня для вас. Я думаю, с ними, с такой подборкой каждый для себя что-то выберет, чтобы это отвечало его критериям. Поэтому, если вам понравился видос, поддержите его, пожалуйста, лайком. Вот вам лайк от меня. Поддержите видео лайком, чтобы оно пошло в топы, чтобы побольше людей его посмотрели. Вот, поставьте лайк. Напишите, пожалуйста, еще коммент тоже. Комментарии, вот если пользовались и пользуетесь этими ароматами, напишите мне, будет интересно ваше мнение, подискуссируем в комментариях. Вот, жмите колокол, подписывайтесь вот в шапке канала Telegram обязательно, я дублирую туда, когда видосы выкидываю. Вот, кто не увидит по рекомендации YouTube, увидит уже там наверняка. Ну, там интересные посты, какие-то остатки во флаконах, если что-то из коллекции меняю, туда выбрашиваю, там.
что-то продаю. В общем, будет интересно вам, я думаю. Подписывайтесь обязательно. Друзья, как всегда, в конце желаю вам пахнуть круто. Увидимся с вами в новых видосах. Следующее видео будет про сексуальные ароматы. Не пропустите, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить этот видос. С вами был Илья Парфюмер. Увидимся с вами в новых видосах. Всем пока!